долго не мог придумать, какие слова сказать в начале этого видео. Хотелось что-то типа «Строчки этого человека дают мне силы тянуть эту жизнь или хоть немножечко не думать о смерти». Скрестил свою шпагу случайно даже с этим богоподобным придурком, но случилась вторая блокада, и я точно как Хармс умираю в дурке. Или его музыка за пределами чего-то важного и самого сокровенного. И это было бы правильно, потому что это правда. Пошел нахуй, Алехин, скрипит Ионов, похожий на ветошь. Да и пойду, что-то я завис, но счастье ведь есть где-то. Когда-то на въезд домой в рай снимут запреты. Въеду на кабрио катафалки, во все свежее разодетый. С добрым утром, великий писатель Евгений Алехин.